Боже, какую она стрёмную, какую! Скотина! Бери, запишем! Ммм, як смачно! Фу, блин! Сьогодні наше місто та й увесь світ поринув у свято молодості та розваг День студента. І на честь цього ми зібрали вас для гри в хнурешника. Правила гри. Учасник наосліп обирає одну із склянок та п'є її вміст, намагаючись вгадати інгредієнти цього підступного коктейлю. В одній склянці смачний напій, а в іншій – дивна суміш. Кола. Соєвий соус. Кола. Похоже на пепсі, якщо чесно. Наверное, ну типа, похоже на пепсі, но что-то не чистое пепсі. Попробуй другой стаканчик. Ну-ка. Ради интереса. Ради интереса? Да. Спасибо. Ну что, понятно. О, тут запах какой-то. Нет, это нормальный пепси, все. Холодный чай. Холодный чай. Рыбячий жир. Один, да? Корица? Сахарная пудра? Ну, пахнет очень вкусно, как какой-то пончик. Как ты думаешь, что это? Оно без вкуса почему-то. Что-то лайтовое, типа спрайта, может? Нет. Может, второй попробуем? Там, наверное, не смешано. Это смешано. Это смешанное? Смешанное. Почему оно безвкусное такое? Но оно вкусное. Полезное. Серьезно, полезное? Да. Попробуй с тем, и поймешь хотя бы, что в основе эта напитка. Хорошо. Тот же не смешан. Левее, левее, левее. Вот, гаденько. Это Нести? Липтон, что-то такое? Да. Ну что-то сладенькое очень добавлено, очень приятно пахнет. Это рыбий жир. Чего? Откуда вам уйти здесь? Скотина! Меринда, меринда, кава. Мы готовы. Мы готовы, давай. А я нет. Это что-то вкусное. Лимонад обычный, да? Ну почти. А второй попробуй, не хочешь? Нет. Давай, ладно, я понюхаю. Это обычный лимонад, да? Меринда. Меринда, я поняла. Давай. Там кофе? Да. Там меринда с кофе и солью. Ладно, я пробую для контента немного. Настя, пожалуйста. Понятно. Ну как? Не ужасно. Тазик нести. Это отвратительно. Все. Як смачно. Стік кави 3 в одном. Меринда. Стік кави 3 в одном. Холодний чай. Перець. Стакан прям теплый. Я возьму холодный. Ой, пахнет каким-то кофе тоже. Это противный стакан? Да. Это похоже на грейпфрутовый сок и что-то еще. У нас сок на кофе. Это не сок, да? Ну, вообще. А если я еще раз попью, мне будет плохо или можно пить? А я могу же понюхать нормальный и понять, чем вы смешивали. Там такой микс. Как выглядит вообще? Это просто чай? Нет. Ну, это нормальный? Да. Почему он теплый, а тот холодный? Я вообще не понимаю, не то, не то. А, это какой-то, это стик какой-то кофе. Да. А это значит кофе с чем-то, да? Там страшный микс. А чё он холодный? Ничего не знаю. Ладно, я не знаю. Ох, ё-моё, что это? Это кофе, перец, холодный чай и меринда. А, ну ладно, так противно, но вообще непонятно. Холодный чай, мясной чай, соевый соус, рыбячий жир. Попробуем этот. О, чё он тёплый такой. Это противный, да? Пробуй. Соль. Нет.
Та в смыслі, ні, ну тут що-то дуже фігове. Тут прям капець, тут жесть. Что-то такое, как будто, я как будто морской соли наглотался сейчас в воде вот этот, плавал. Я не могу понять, что это такое. Ну, короче, что-то знакомое очень, не знаю. Но как будто, да, это нормально, да. Ты так большой. Если что-то знакомое, то мне очень страшно. Ну, это сок. Миринда, да, или что? Ладно, ты не отгадываешь? Сок. Ну, сок какой-то. А это не знаю, что это, да. Я... А, холодный чай. Ну ладно, а что это? Что она выглядит так, короче? Знаешь, что это, что ты поливал? Соевый соус? Это чефир с соевым соусом, с соевым жиром. И с обычным чаем вот этим. Ты, конечно, да. Нет, ладно, соевый соус. Блин, а я думаю, что за вкус, да. Грейпфруктовый сик, соевый соус, имбирь, томатная паста, вода. Уверена, взяла айфу? Это апельсиновый сок. Или не, нет, не апельсиновый. Ну, почти. А второй попробуй. Это что, вишневый сок? Нет, не вишневый. Это для тебя специально. Ох, пахнет. Томатный сок! Боже! Как печет! Что вы добавили туда? А ты должен отгадать. Томатный сок с красным перцем. Не-не-не-не. С табаско. Откуда? А это может быть в следующем выпуске. Со студентами. Либо же деканами. Я ж не траванусь, я его так пью прям. Не уверена. Пытаюсь. Это не томатный сок в чистом виде. Вообще нет. И не томатный сок. Ну запи чем-то нормальным. Я не знаю. Ну томатная паста. Так, хорошо, томатная паста с чем-то острым. Его вообще иногда в чай добавляют. И в кофе. Имбирь! Да. Имбирь! Прям вот так. Еще что, она вообще есть много чего интересного. Очень много чего. Соевый соус? Да. Серьезно? Да. Не почувствовала. Боже, какую она стрела в голову! Какую лучше! За что вы так со мной? Вода, соевый соус, рыбячий жир, стик кавы 3 в 1, томатная паста, мясной чай, грейпфруктовый сик, холодный чай, меринда, кола. Ну, стаканчик липкий. Фу, зачем ты берешь это? Нет, это вкусное что-то. Это вкусно. На место? Это типа фанты, да? Что-то такое. Но я второй тоже попробую. Так, где оно? Фу, капец. Запей вторым стаканом. Нужно было поменять, чтобы она запила другим. Как ты думаешь, что там? Ну, тут вот эта вот какая-то штучка оранжевая, напиток, да? Нет. Типа фант, вот. Нет. Стик кофе, да? Это кофе? Там кофе, кофе есть. Есть. Соевый соус? Да. Есть. Соль? Нет. Рыбий жир? Да. Чай? Да. Почти. Ну да, да. Чай тоже есть? Да. Да, чай есть, да. И еще кофе. Фу, блин, оно воняет капец. Вот за счет этого, походу, оно очень не воняет. Давай, главный ингредиент коронный. А, томатная паста? Да. Серьезно? Да. Капец. Фу, блин. Это капец какой-то. Оно так воняет, это ужас. Вы что мне такое давать? Там все плохое. Такое нельзя ребенку давать. День рождения. Фу, блин. Холодный чай, вода, холодный чай, рыбячий жир, имбирь, фиговое варенье, сникерс. Что теплое? Тут просто теплое. Это тяжелее. Все, ты уже взял. Пахнет что-то... Пончиком. Либо же мясо, либо же там есть соевый соус. Ну, погнали. Что-то вообще такое непонятное, типа, что-то
горький, такое ощущение, как будто соевый соус есть. Нету. Нету? Да, никого еще не было. Такого вообще ни у кого не было? Это что, это ваше варенье из свинчуа? Да, свинчуа. Или как оно там называется? Там есть, есть. Фиговое есть. Можете попробовать. Там эти два ингредиента тоже есть. Что-то такое прям очень соленое. Соль, что ли? Нет. Или перец? Нет. Нету? Блин, ну понятно, типа что-то прям такое у меня горькое по голову жестко ударило, я не понял, что это. Ну, если еще раз попробовать. Да не, не хочу как-то. Что еще там было сладкое? Чай. Да, холодный. Имбирь. Да, сухой имбирь. Еще что-то. Еще что-то? Да, там два еще. Рыбежи? Да. Да, еще кое-что. Еще одно, но не мерзкое, но попробую. Ни у кого это. Сникерс? Да! Смотри, как она ужасно выглядит. Ой, фу, вот такая-то. Ой. Мне запишем. Да можно пикнуть, ничего страшного. Ставьте лайки, если хотите еще больше выпусков. Ставьте лайки, пишите в комментарии. Запишем с вами. Будет намного жестче.